Сагдийской области приступили к разбору завалов после сильного пожара на территории крупного хлопкоперерабатывающего завода. На севере Таджикистана в районе Мысчих на территории хлопкоперерабатывающего завода произошел сильный пожар. Несколько часов горели склады, где хранилась готовая продукция сагдийской фабрики «Эндквот», «Музафар» и компания «Эндквот». Пожарные не могли справиться с огнем с 2 часов 30 минут по местному времени почти до полудня. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На территории, где произошел пожар, хранилось около 1,3 тысячи тонн ваты. Предприятие по переработке хлопка принадлежит местному бизнесмену Салиму Мирзоеву. Точная причина ЧП еще неизвестна, а также пока не названа сумма нанесенного ущерба. Сейчас на месте работают следователи. Очевидцы происшествия рассказали, что зарево утреннего пожара было видно далеко за пределами складов. Известно, что глава района Мысчих Азам Ализада также прибыл на место происшествия.